Как известно, Верховный суд Республики Дагестан входит в систему федеральных судов Российской Федерации. Он является вышестоящей инстанцией по отношению к районным городским судам, действующим на территории Республики Дагестан. Стало доброй традицией выезды работников Верховного суда Республики Дагестан по городам и районам Республики, где в местных судах ведут прием граждан. И вот 5 июня текущего года с 11 часов в здании Хасавюртовского районного суда будет проводиться прием граждан. Заместителем председателя Верховного суда Республики Дагестан Артуром Исрапиловичем Орцхановым. Согласно плану работы Верховного суда Республики Дагестан 5 июня в здании Хасавюртовского районного суда будет проводиться прием граждан. Заместителем председателя Верховного суда Орцхановым Артуром Исрапиловичем прием граждан начинается в 11 часов дня. Предварительная запись обязательно имеются соответствующие номера, которые представлены во всех средствах массовой информации нами. Данный прием граждан осуществляется с такой целью, чтобы облегчить гражданам Хасавюртовского района и города Хасавюрта доступ к руководству Верховного суда. Чтобы наши граждане в условиях нынешнего материально-социального состояния не утруждали себя выездами в Махачкалу, руководство Верховного суда периодически, несколько раз в месяц, посещает районные и городские суды Республики Дагестан для того, чтобы непосредственно вникнуть в ситуацию, для того, чтобы непосредственно воочию наблюдать, слушать граждан, непосредственно взаимодействовать, решать на месте проблемы, возникающие и как у судей, так и у граждан, обращающихся по делам, находящимся в производстве в судах Республики Дагестан. На данный прием граждан могут записаться граждане из близлежащих районов и городов, как это у нас обычно практикуется. Доступ мы обеспечим соответствующим. У нас есть консультант, за которым закреплена данная функция. Он будет объяснять, что в какой форме будет помогать непосредственно, кому необходимо будет помогать составлять соответствующие заявления, жалобы и инструктировать. Довести до жителей Хасавюртовского района, что я, как председатель Хасавюртовского районного суда, в любое рабочее время осуществляю прием граждан по всем вопросам, возникающим судопроизводством как в Хасавюртовском районном суде, так и у мировых судей, судебных участков, расположенных в Хасавюртовском районном суде. В любое время общественно-приемные суда граждане могут прийти и сказать о том, что они хотят обратиться к председателю суда. Непосредственно, пока вы у меня будете находиться в кабинете, все ваши вопросы будут разрешены. Никому из работников аппарата суда или судей не позволено нарушать права граждан. Хотя в практике у нас таких случаев нет. Ну, в случае, если граждане считают, что их какие-либо права ущемляются, то они вправе прийти ко мне, непосредственно все это будет разрешено. Мы еще раз напоминаем, уважаемые граждане района, что предварительная запись на прием обязательна и производится в приемной председателя или по номерам 5-16-05 или 5-17-66.